Всем привет, друзья! К чему снится бывший парень? Сон о бывшем парне означает, что наяву вы скучаете за ним и мечтаете о воссоединении. Также такое сновидение может говорить о том, что в общении с нынешним избранником вы испытываете непонимание и предчувствуете разрыв. Если вы сомневаетесь, что расставание бывшим парнем было правильным решением, пересмотрите ваши отношения и взвесьте положительные и негативные события. Если приснился поцелуй с бывшим парнем, то вскоре в вашей жизни произойдут непредсказуемые события. Неожиданности будут иметь положительный характер и наполнят вас радостью. Секс с бывшим парнем снится к ссорам и конфликтам. Ваши отношения усугубятся и перерастут во вражду. Постарайтесь ограничить общение с бывшим парнем. Это убережет вас от выяснения отношений и скандалов. Примирение с бывшим парнем в сновидении, согласно соннику, означает получение вестей от него. Такие новости пробудят старые чувства и могут толкнуть на опрометчивый поступок. Не позволяйте эмоциям брать верх над собой. Избегайте поступков, о которых после может сожалеть. Свадьба с бывшим парнем во сне – негативное предзнаменование. В ближайшем будущем вас ждут неприятности и переживания. Вероятно, их источником станет ваш нынешний возлюбленный. Разговор с бывшим парнем в приснившемся видении означает, что вскоре он даст о себе знать и попросит о возобновлении отношений. Также такой сон свидетельствует о том, что вы не можете избавиться от мыслей о бывшем возлюбленном, вините себя в расставании и желаете вернуть его. Постарайтесь избавиться от мыслей о бывшем парне, они будут преградой на пути к началу новых отношений и созданию семьи. Смерть бывшего парня во сне – хороший знак. Такое сновидение предрекает благополучный брак с достойным мужчиной и счастливое материнство. Будьте открыты для новой любви. Присмотритесь к своим поклонникам, среди них ваш будущий спутник жизни. Встреча с бывшим парнем по соннику означает, что вы открыты к новым отношениям. Вскоре в вашей жизни появится любимый человек, рядом с которым вы будете чувствовать себя счастливой. Ссора с бывшим парнем в привидевшемся сюжете предвещает удачу в сфере любви. Вы встретите с интересным человеком. Между вами возникнут взаимные чувства и зародятся гармоничные отношения. Пьяный бывший парень в сновидении означает, что он сейчас переживает трудный период и находится на грани эмоционального истощения. Если вы сохранили с бывшим парнем дружеские отношения, позвоните ему и предложите свою поддержку. Он будет рад помощи и ответит взаимностью, когда вы окажетесь в похожей ситуации. Друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте посетить наш сайт sk1.online, где вы сможете найти более подробную интерпретацию всех снов и многое другое. Ссылка на сайт будет находиться в описании видео.